Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок необычных интересных товаров в интернете. В этот раз я заказал в нумизматическом интернет-магазине монетку. Магазин китайский, но монетка советская. Это пробная монета 1 рубль с изображением великого вождя пролетариата и генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. Очень редкий экземпляр. На самом деле такие пробные монеты. Это, конечно, копия. Год выпуска 1949. Горд гладкий. С обратной стороны надпись СССР. 1 рубль. Герб Советского Союза. Кремль. В общем, чудесная монета. Тяжеленькая. Красивая. Подарок любому ветерану, дедушке. Будет очень приятно иметь такую монету в кармане. Подарок любому пенсионеру-мужчине, либо отставному военному. Пробные монеты, к сожалению, в обращении не были. Они были напечатаны, но по какой-то причине Сталин их забраковал, и в обращение они пущены не были. Но часть пробных монет попала все-таки на руки к населению. И такие монеты очень даже могут быть, иметь место. Внизу под видео в описании есть ссылочка на страницу заказа такой вот монеты. Также ссылка на кэшбэк. Зарегистрировавшись на кэшбэке, можно получать назад от 7 до 15% потраченных на покупку денег. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая. Если только вы захотите, все эти товары будут вашими.